Всем привет, с вами Аурум, и сегодня вы увидите просто невероятный реплей. Я офигел от такого количества ночных ведьм. Ночная ведьма вот только появилась в испытании, и уже мои сокланы 4 человека, реально не как всегда одна пара, да, то есть 2 человека, а целых 4 чувака реально замутили дофигишечки ведьм. Сорян, ребят, я не считал, сколько их точно, это очень напрягает, ну их просто невероятно много, а еще то, что здесь вы сегодня увидите, это то, что, ну, видос будет глючить. И это на самом деле не запись глючит, это не YouTube глючит, а это прям игра не выдерживает такого большого количества юнитов на поле. И реально вот чуваки, которые это делали, говорили мне, что фак, мы думали, сейчас просто сожжем нафиг свои телефоны. Поэтому усаживайтесь поудобнее, начнем с самых интересных моментов. Как только на таймере мы увидели, что до конца поединка остается 3 минуты дополнительного времени, так сразу Ками нажал кнопочку удачи. Я, конечно, это провтыкал, но суть в том, что... Ой, секунду, мы не видим начала, и вот в таком ключе, смотрите, я ничего не ускоряю, не замедляю сейчас. Просто смотрите на то, что происходит, и это прям действительно невероятно. То есть, что делает Дан? Он, в общем-то, спамит кучу скелетиков. Тем временем Ками, в общем-то, фигачит и спамит ночными ведьмами. Пока сейчас вроде все в таком быстром темпе, причем, опять же, вот обманчивая штука. Только что все было быстро, а сейчас все почему-то замедляется. И это на самом деле не я что-то химичу, это вся игра замедляется и ускоряется в тот же момент. Посмотрите, какая туча! Дичь полная! Их, правда, очень-очень много. Действительно, очень-очень много ведьм. И все это произошло прям на ваших глазах. Их реально очень много. И вот если посмотреть в приближенном варианте, это такая куча, блин, ночных ведьм. Ну, хоть, опять же, вот ностальгируя, да, я помню, как мы когда-то спамили обычных ведьм. Это было прикольно. Еще было масса каких-то разных карт новых, которые появлялись, которых было спамить прям интересно. Потом же, сколько раз подряд выходили карты, которые было спамить не настолько сильно интересно, и это было как-то не круто. То ведьмы, ну согласитесь, это что-то впечатляющее, правда. Другая пара моих сокланов, это Destroyer и Cry Soul, использовали абсолютно другую тактику. Ну, то есть домиков скелетиков мы здесь не увидим, но тоже очень интересно и тоже очень много на самом деле здесь ведьм. Ребят, я хотел бы вас попросить в комментариях написать, кто же все-таки больше наспамил ведьма в первом реплее, либо во втором, и кто, собственно, победитель. Итак, мы видим, что отсчет идет 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, и они начнут спамить, наконец-то, ведьм. Но, так как я уже сказал, тактика отличается от предыдущего реплея, поэтому давайте посмотрим, насколько хорошо они справятся. Но я уверен, что круто, ибо у них реально чуть не взорвался, ну, телефон. У обоих чуть не взорвались телефоны, потому что все очень и очень сильно начало глючить. Итак, мы видим, первые ведьмы пошли, юзается кладбище. Кладбище юзалось, в принципе, и у одних, и у других. Но, опять же, там был домик скелетиков. Здесь никакого домика скелетиков никто не использует. Вах, это реально большое количество. Слушайте, их очень много уже. И вот они начинают клонироваться. Еще через зеркало клонируются. Посмотрите, сколько много этих птичек, летучих мышей. Кстати, в предыдущем видео назвал их кожанчиками. Ну, правда, я даже не знал, что это не русское слово. Для меня просто летучие мыши всегда были кожанами. Фак, как их много-то! О, боги. Ну, правда, до хрена. Я не знаю, серьезно, у кого больше. Но их реально очень-очень было много. Поэтому напишите в комментариях, у кого было больше. У Дестройера и Cry Soul или у предыдущей пары моих сокланов. В общем-то, на сегодня это все. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Аурум. Всем удачки, ребят!